Всем привет, с вами Михо. Сегодня у нас будет распаковка Тревакс. Это попаксы. Это мой подарочек от Они. Решка Они, привет! Вот, я пришла с работы. Это уже не помню какой день. Но давайте откроем. Я так долго ждала эту посылочку. Вот. А мы открываем. Вау! Прелесть, прелесть. Господи, мне неудобно. Здесь очень мало места. Но в такой коробочке лежит еще одна пузырчатая паленочка. И здесь еще один бокс. То есть, ну, в пленочке прям все запаковано, все так вообще классно. И тут очиньёлька. Вот очиньёлечка. Так, откроем снова. Ох, обожаю этот звук, когда оно открывается. Пленка. Вау, он так выглядит круто. Много-мало света. О, вот здесь много света, видно, да? Так, начинаем к распаковке. Я открываю. А, тут DVD есть, но у меня нету на чего смотреть, как обычно, да. А, тут все черное. А здесь... Вау, сколько много всего. Что это такое? По-моему, это магнитики. Вот эта пленочка, фоточки. Вау, тут еще можно дернуть за язычок и что-то достать. Давайте посмотрим сначала вот это. Да, это магниты. И они такие классные. Вау, я повешу их на холодильник. Я потом покажу все поближе. Блин, надо сфоткать. Выглядит вообще очень круто. Надо сразу сфоткать, чтобы не запутаться, где что лежало. Сейчас я этим займусь. Ой, заколочка слетела. Так. Фотографируем. Отлично. Покажу вам поближе, попозже. Просто сейчас разложу их здесь. И буду дальше распаковывать, чтобы не тратить время. Так, это у нас фотографии. Тут, по-моему, две или несколько фотографий. Так вот, тоже попозже. Так, дергаем за язычок. Вау! Чаньёлька! Какая классная фотка. Тут даже, кажется, много фоток. Дергаем еще за один язычок. О май гад, что такое тяжелое. Вау! Вау! Здесь лежат два диска, но они немного... Сейчас упадут. Вообще классненько. Я не знаю, где смотреть. Я думаю, что это фильм. Special Features и Features фильм. Один фильм, а другой специальный. Что-то специальное. Вот так выглядит. Очень круто. Ой, сзади классно. Два диска. Первый, второй. И там песни. И, по-моему, фильм. Вот так выглядит задняя сторона бокса. Так, посмотрим, что было. Выпало отсюда. Просто вау! Тут две фоточки! Это дяденька и Пак Чиньёль. Ух ты! Тут сзади такие штучки, их можно поставить куда-то. Вот такие две огромные фоточки. Классно! Я теперь знаю, что мне куда поставить. Хотя у меня уже места нет, реально просто. Они прям такие толстые, качественные. Просто я в восторге. Тут есть еще вот такая книжечка и вот такой бокс. Так, посмотрим вот этот бокс. Так, что тут у нас? Все на корейском написано. Ничего не понятно. Мне кажется, ли это сценарий? Похож на сценарий. Минсу, Чихун. Мне кажется, это сценарий всего фильма, их слова, песни. Да! Вау, тут еще какие-то комиксы есть. Рисунки. Типа он в боксе поет. Да-да-да, это комикс. Прикольно. Ух ты, это кадры из фильма. Вот здесь вот.
Классная книжечка. Надо будет почитать, может, что-то песенку какую-то получить. Ну, вообще, я английский не знаю, а корейский я бы умею читать. Вау, здесь фотки есть фильма. Читать-то я умею, а что понять, что это означало? Нет, вот тут есть фоточки с фильма. Круть. Вау, этих фоточек, кстати, наверное, нигде нет, только вот в этой книжке. Еще пару фоточек. Актриса. Ченьёлька. Круть. И все, так. А теперь у нас осталась вот эта вот книжечка. Обложка. Попаксы. Посмотрим, что здесь. Вау, здесь прям фотки с фильма. Прям вообще. Сейчас я переверну камеру и покажу вам. Сейчас сама нагляжусь. Классно. Кстати, вот обрезать их нельзя, чтобы вот так вот взять и куда-нибудь повесить. Но нам обрезать не надо, мы просто будем так смотреть. Вот какие-то еще слова сзади. Круть. Кайф, спасибо, Ни. Это подарочек, Ни. Так, теперь я буду показывать все с другой стороны, чтобы вам было видно лучше. Вот я вам показываю уже с другой стороны. Это два диска. Такие классные. Так лучше видно. Саму коробочку сзади. Здесь такая ленточка красивая. Tapebox. Так, дальше у нас здесь были фоточки. Сейчас я раскрою, посмотрю, может, там есть еще фоточки. Вау, нет, здесь я всего две фоточки. И они такие просвечивающиеся. Вообще классные. Можно куда-то на стекло типа и смотреть. Но хотя классные. Вот так было в белом. Хорошо видно. Так, тут у нас вот это все магниты. Они такие тяжеленькие и прикольненькие. С задней стороны черные, а с этой стороны фотографии. Повешу их на холодильник. Будет у меня покачандюль на холодильнике висеть. Класс. Так, тут у нас еще были две фотографии. Такой вот Чаньёлька. Красивый. Можно его поставить. Куда ставить, кстати, да. Это головная боль. Тут есть еще дядечка, который был с ним в главной роли. Вот. Две классные большие фоточки, качественные. Дальше фотки, фотобук, просто шикарные фотки с фильма. Ченьёльке такие длинные волосы, челка точнее. Дядечка, который пел в машине, когда довозил этого дядечку. Инчон, это где-то в Инчоне есть лестница, и они там снимали фильм. Можно съездить, а есть адрес. Адрес Booking Incheon. Нет адреса. Вот коробочку взяли, потом ее разрисовали. Дядечка Ченьёлька. Кадры из фильма. Гитара. Я эту гитару вживую видела, когда на фильм ходила. Она была в кинотеатре. А, вообще-то нет. А, вообще-то рубашку. Рубашку Ченьёля я видела вживую, когда ходила на фильм в кинотеатр, или как он назывался. А, вот. А может, это типа такая не та рубашка, которую он таскал? Йосон, Букин Йосон. Это типа везде все города, где они проехали. Это все фотки. Это танцевали, когда они с тетенькой. Она его трогала. Это он в душе. Гёнчу. Гёнчу были. Это все кадры из тех мест. Ульсан. О, вот это классная
Я, кстати, в Ульсане была. В Коексе. Но только в Коексе. Вот это здание. И видно город в темноте. Очень круто. Такие большие кадры. И Ченюлька такой смешной в каске. Ушастик. Пусан. В Пусане возле моря. Кайф. Гитара у него классная. И барабанов там столько было. Это надо же было столько собрать. Тут что-то написано. Не знаю, что написано. Может, потом переведу. Еще фоточки есть. И Ченьёлька. И еще Ченьёлька. Черно-белые фоточки. Класс. Эта фотка вообще классная. А вот и все. И вот эта книжечка поближе. Сейчас я ее быстренько пролистаю. Здесь сценарий. Слова. Кто чё, что говорил. Можно с фильмом сравнить. Тут есть также картинки, комиксы. Как же все происходило. И также в конце есть фотографии с места съемок. Вот. Сейчас я вам покажу все фотографии с места съемок. Вот Ченьёлька такой классный. Везде улыбается, а в фильме он такой грустненький, такой застенчивый. А тут везде улыбается солнышко. Ой-ой-ой, пролисталась. Ой, неудобно одной рукой. Вот. Вот и все. Вот вся распаковочка. Все добро. Теперь мое. Спасибо, Орешка Уни. Саранхи. Ну вот и все. Я вам показала всю начинку, все фоточки, все, что было внутри. Еще раз спасибо, Орешка Уни, за такой классный подарок. Это просто-просто. Буду теперь смотреть на него и вспоминать тебя. А всем спасибо за просмотр, что были со мной. И увидимся в новом видео. Всем пока. Иду к холодильнику, чтобы повесить магнитики. Куда бы повесить? У меня тут столько всего. Один сюда. Один сюда. Сюда и сюда. Вот так у меня получилось Ченьёлька. Это все, что у меня есть. Еще один Ченьёлька. И на второй холодильник один Ченьёлька. И второй Ченьёлька. Да, у меня два холодильника. Вот и все, всем спокойной ночи. Знаете что? Я сейчас сломаю голову, куда бы его положить. Так как у меня места совсем нету, я просто без понятия, куда класть бокс. Я подумаю о той крайней коробке. Там есть еще гритинг бантанов. Там мебель бантанов лежит. Господи, у меня все заложено. Просто, просто все. Мне нужна еще одна полка. Срочно. Повтори это. Повтори. С полкой будешь спать, говорю, в постели. Ну, вы слышали, я буду с полкой в постели спать. Ну, у меня, по крайней мере, в постели есть еще место. Да, я просто не знаю, куда положить. У меня есть чемодан. Можешь убрать чемодан. Ладно. В общем-то, я нашла место там, потому что у меня там была армидом. Я его положила в коробку, потому что он мне лежал без коробки. И теперь он занимает меньше места. И там наверху еще есть место. О, господи, да. Да. Как-то он лежит не очень.
Вот так вот название, чтобы хотя бы видно было. Можно достать еще гритинг, но я думаю, он там ни к чему, потому что, возможно, скоро еще что-то придет ко мне, и я туда положу. Вот.